настоящий лицедей, меняя состояние плоти. Котов, играя и вождей, прославился на вашей тете. Это, знаете, вы знаете, это поразительно то, что вы делаете. Я никогда не знал, что вы это знаете. Мне даже хочется вам что-то новое прочитать. Какие только испытания не подстерегают долгожданных гостей маркизы. Во-первых, их отгадывают. Я бы ни за что не угадал. Во-вторых, им измеряют рост. Ну что, вышел? Их стараются принарядить. Укрузевайтесь. Пиджак хотят. Я что, должен ее надеть? Жарко будет. Сладко почву. Вот ваш чай. Хороший. 3 ложки сахара. Опа! Их носят на руках. Они рассказывают истории, танцуют, поют и читают стихи. Скомпрометировано имя волка. Съел внучку с бабушкой, таков его удел. А выстрелы и псы ему вдогонку за то, что зайца съесть еще хотел. Детей пугает им еще с пеленок. За что? За то, что горд, за то, что смел. Чтоб в будущем какой-нибудь подонок от страха застрелить его посмел. Не трогай волк оппозиции, он зверь, а не собака. Но право у людей отстреливать волков, но право у людей на них ходить в атаку и бить их в окружении флажков. Не трогайте волков. Лес только их планета. Друг друга поедайте в городах, друг друга предавайте в кабинетах. Но на волков не списывайте страх. Пусть сказки переходят век от века, пусть снова будут детки их читать. Я волком называю человека, чтоб человеком волка называть. Смотрите программу «Маркиза. Ретроспектива» в субботу в 21 час и в воскресенье в 21:40 на телеканале «Россия-24». Автор и ведущий Александр Динис.